Анонс и точная дата выхода 7 и 8 серии нового сериала «Седьмая симфония». 7 и 8 серии сериала выйдут на телеканале «Россия-1» 11 ноября. 7 серия. Городские власти сообщают Элиасбергу, что концерт должен состояться 9 августа 1942 года. Из Мурманска прибывают военные музыканты. Оркестр теперь полностью укомплектован. И наконец-то Серегин может уйти на фронт, как мечтал. Он прощается с Верой и Колей, но его отъезд проходит совсем не так, как он представлял. 8 серия. Приближается день премьеры. Исполнение 7 симфонии Шостаковича в блокадном, измученном, но непобежденном Ленинграде, событие которого ждет страна и весь мир. Но для Карла Ильича Элисберга этот концерт может стать последним. Напомним, 7 и 8 серии сериала выйдут на телеканале «Россия-1» 11 ноября. Если вам нравится сериал, не ждите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.